В этот раз я долго думал, какой бы вопрос я мог задать президенту, но в итоге я не стал пользоваться ни одним из множества каналов, возможных для задания этих вопросов, поскольку те вопросы, что интересуют меня сейчас более всего, относятся к двум категориям. На одну из них я сам при известном усилии мог бы дать примерно тот же ответ, что и президент, просто потому что та информация, что нужна для ответа на эти вопросы, доступна и мне. А другая категория – это те вопросы, на которые президент заведомо не даст ответа, поскольку очень многие стратегические планы и тактические ходы срабатывают только в том случае, если они неожиданны. И, соответственно, президент не станет раскрывать ни эти планы, ни эти ходы.